«Красавицы, драконы и терракотовые войны». В апреле на экранах кинотеатров можно встретить весьма экзотические премьеры. «Стражи терракоты» в российском прокате с 14 апреля. Существа, которых называют ониксами, атакуют подземный город династии Кин. Девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против захватчиков. Героям удается узнать секрет вторжения монстров, но уже слишком поздно. Жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась. «Красавица и дракон» в кинотеатрах с 14 апреля. Старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире она простая незаметная школьница, которая втайне пишет песни. А в виртуальном пространстве — знаменитая красавица-певица под ником Белли. Там она однажды встречает загадочного пользователя в образе дракона. Их ждут испытания, любовь и превращение в тех, кем они являются на самом деле.